Летнее тепло, похоже, окончательно покинуло наш регион, а значит, торговля демисезонной и зимней одежды набирает ход. Жители Тверской области могут приобрести ее с беспрецедентными скидками. Причем речь идет о товарах известнейших западных брендов. Норвежская одежда всегда нравилась россиянам благодаря своему качеству и дизайну. Однако теперь ее ассортимент стремительно сужается. Из-за последних событий 2/3 западных европейских компаний официально покинули российский рынок. В одном только Санкт-Петербурге закрылось 700 магазинов брендовой верхней одежды. Один из них – это магазин норвежской одежды Бьор Ларсен. Границы сейчас закрыты, вывоз в Евросоюз запрещен, хранить на складах очень дорого и невыгодно. Поэтому было принято решение распродать настоящее норвежское качество на распродаже со скидкой до 70%. Таких цен, дорогие друзья, больше не будет никогда. Это сделано для выгоды россиян. Скажите спасибо санкциям. Лучшее время купить норвежское качество в России – это сейчас. Потому что ближайшие 5 лет вы его просто не найдете. На норвежских выставках, работающих в Тверской области, еще можно подобрать себе стильную демисезонную куртку, парку или шубу на предстоящую зиму. Она в нашем регионе непростая. Морозы запросто сменяются оттепелями, снегопады иной раз очень даже приличными дождями. Норвежская одежда в таких погодных условиях – то, что надо. Для наших зим просто идеально. Она очень теплая, очень красивая и очень стильная. И самое главное, сейчас еще не сезон, и куртка обошлась мне в 3 раза дешевле, чем если бы я ее купила зимой. Скажу, что удивлен приятно. Вот подобрал себе канадскую куртку. Не рекламирую, но рекомендую. В Твери норвежская выставка работает в ТРЦ «Рио» на первом этаже слева от салона МТС. С 3 по 8 октября с 10 утра и до 9 вечера. В Нелидве на улице Матросова 9А с 3 по 6 октября с 10 и до 20.00. Торопцы 7 и 8 октября на Советской 21 напротив Почты России с 10 утра и до 8 вечера. В Лихославле норвежскую одежду можно приобрести на улице Афанасьева, дом 3, слева от жилого дома с 4 по 8 октября с 10 утра и до 8 часов вечера.